Сочинение на тему «Как я провел лето» напишут без труда. Эти каникулы ребята запомнят надолго. Крым, Евпатория и масса впечатлений. Вадим Литвинов до сих пор вспоминает евпаторский аквариум. Там акулы были, рыбы, там 3D-полы были. Круто очень, вот так вот. Отдельная тема – дельфины. Их так близко многие видели впервые. В дельфинарии там и киты белые были, и дельфины. Все очень круто было. Думаю, на весь год точно силы набралось. 3 недели в Крыму. В море плавали по 2 раза в день. Сил должно хватить на весь учебный год. А новых друзей теперь несколько десятков у каждого. Путешествовали 180 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Отдых организовало правительство Самарской области. Дорога была, конечно, длительная, но масса впечатлений, которые получили дети, им достаточно будет на целый год, потому что впереди ждет сложная учебная пора. Дети находились в санатории имени Крупской на первой береговой линии, где была организована масса развлекательных мероприятий. И это только первая смена. Сейчас в Крыму отдыхают еще почти 150 детей из Самарской области. 400 школьников со впечатлениями и здоровьем отправились в Анапу. Всего же в этом году в летних и пришкольных лагерях отдохнули около 500 000 детей из Самарской области. Марина Кравцова, Василий Колдашов. События.